Добрый вечер, друзья. Я вот из душа вылезла. Не сушилась, не причесывалась, так вот намазала голову. Короче, видите, как покрасилась? Цвет очень шикарный получился, очень. Но вот тут вот почему-то, видите, выражено дало. Здесь только осветлили корни, вот здесь вот, и дало выражено. Ну ладно, ну что теперь делать? Нормально потом будет. Вот. Здесь прям шикарнейший. Надо тоже подрезать чуть-чуть кончики. Так, чего? Давайте распаковочку небольшую сделаем. Так, что хотела? Не снимала, да. Что-то не снимала, но с племянником я же, по-моему, рассказывала там, да, что получилось с племянником. Не знаю, рассказывала, не рассказывала. Короче, тоже неприятности там. Вот. Вот, что? Ну, давайте. Была на Валберес. Мне же, я говорила, Жене подарила этот, как его, машинку. Сейчас стерла я свой желтый лак. Ай, блин, он остался, видите, еще. Вот здесь вот надо сейчас будет дотереть. Там темно, не видно. Надо хорошенько еще дотереть его. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Да-да-да, дотру сейчас. Взяла фрезы для снятия. Значит, две фрезы. Так, три. Стоп, а я не эти заказывала же. Странно. А я же все другие заказывала, по-моему. Ну ладно, пришли три фрезы. Дочка сказала купить вот такой именно с красной надсечкой. Не знаю почему, но с красной. Это для снятия лака. В наборе три фрезы, там какие-то еще типа салфеточки положили. И вот такой подарок. Или что это? Как-то там надевается. Это вот чистить. Как всегда, громогласный наш с мамой разговаривает в комнате. Там это вообще такое ощущение, что семья глухих. Вот глухих. Вот они все так орут, разговаривают так. Это у них ненормально. Это нормально. Ну, прям не могу. А потом еще мне говорит, чё ты так орёшь? Вообще. Вот. Теперь, значит, что? Помидоры купила. Те же самые черри я беру. Вот 103 рубля. 250 грамм. Необыкновенные. Взяла три упаковочки. Все, разобрали черри вообще, ну, там их меня коробками брали. В магазине 200 почти. Пришел мой крем ночной. У меня заканчивается мой любимый крем. Гиалуронкой от L'Oréal. Вот такой я беру. Ночной крем-маска. Офигенный. Девочки, офигенный. Лицо вообще божественное. Вот такой. И такой, так, таким я дневным пользуюсь. Вот это 334 рубля, что ли, я его на Валберес нашла. Дневной подороже чуть-чуть. У меня сейчас тоже проблема. Заканчивается мой крем, которым я пользуюсь. Это 20-й тон. Мэбелин, который, вот, с витамином Е, увлажняющий, офигенный просто, офигенный, вот, он заканчивается, и, как бы, я залезла на посмотреть цены баснословные на него, просто баснословные, я не знаю, это Франция делает, это просто трындец, что-то искать, я не знаю, я к нему привыкла, он очень хорошо увлажняет. Он очень хорошо маскируется под кожу. Его не практически вообще не видно на коже. Вот. И он настолько хорош. Вот видите, как орёт. Это вообще не переорать. Не переорать. По телефону разговариваешь. Что орать-то? Я не пойму. Вы слышите, я дверь закрыла. Вы слышите? Это вообще банько. Зла не хватает. Вот зла не хватает на человека. Ты можешь нормально разговаривать. Записываю видео.
Ну, посрать, видите как. Пойду сейчас что-нибудь в него кину. Просто вот, блядь, возьму и пойду сейчас что-нибудь в него зашвырну. Нереально, блядь, сил нету мою. Ты что, больной, что ли? Сказала, ты можешь почистить, он даже не услышал, как я заорала ему. В своем телефоне. Капец, вообще. Товарищ, ну ты даешь. Так вот, что еще? Вот, цены баснословные на крем, конечно. Ну, его надолго хватает мне, тюбик, она очень долго его хватает. Она очень долго, ему немного надо, и он прям так хорошо растягивается. Ну, офигенно. Сок апельсиновый, который я вам показывала, по 103 рубля тоже я беру. Натуральный, с мякотью. Ну, вот этот апельсиновый. Светофор, любимый светофор. Шампиньоны. Лежали три. Выходные все пролежали, короче. 58 рублей, 40 копеек. Сейчас, думаю, обжарить их с луком и с морковкой. Барсик, это я бросила пакеты. Не нюхай там ничего. Ай, опа. Еще что? Макароны. 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 Спагетти. Знатные. Я беру тоже там. Спагетти огонь. Вообще огонь. Вообще. Вот, набрала. Это тоже светофори. Они стоят. Сейчас я вам скажу, сколько. По 38,90. По 39 рублей. Грамм сколько? Сейчас я вам скажу. 450 грамм. Здесь 450 грамм. 450 грамм. Что я сегодня покупала? Ну, молоко отборное взяла. 54,50. Женя уже его открыл. Томаты черри. По 103 рубля. Этот нектар мы выпили 2 литра. Он на работе. 85 рублей. Персик, яблоко. Все. Больше ничего не брала. 710 рублей. Пакет. Сок 103 рубля тоже. Нормально. Нормально. Вот. Ой, села, сидит. Что я сегодня? Потому что он со мной на кошачьем языке своем разговаривал. Я пришла и не пойму. Так вот, понимаете, как вот грязь вот бывает, когда земля. Ну, сначала думала, говорю, блин, ботинок, что ли. Вот. Весь нос свой разодрал. Не дери нос, не дери. Лысина там будет, будешь некрасивой. А, иди ко мне, пойдешь, иди, я тебя поглажу, иди. Ой, и он, короче, сегодня это. Ой, как он от меня щемился. И я понимаю, что он залез на подоконник и опять свалил мой цветок. Он цветы валяет мне, и все с подоконника. Вот сваливает там. А я почему заставила, чтобы он там не ложился. А он сваливает и ложится. Понимаете? А чтобы не ложился, потому что там холодно как-то. Это окна от этого. И я боюсь за его почки, вот эти, за его болячки этой. Вот. Ну вот вроде это. Сейчас убрала. Там, наверное, надо ему там подстелить что-нибудь. Да пусть уже наотвоевал он это окно. Вон, хризантема вся, вот так вот вся, вы бы видели. Я пришла, мне не столько, вот, я этот цветочек соберу, там, возьму отросточек, я еще его выращу, не вопрос. Сколько мне убирать вот это после работы? Матушка роща, я как увидела, я как начала на него. Как открыла свой хохотальник, я как начала на него орать. Он такой, он же понял, что он сделал. Вот давай бегать. Я взяла швабру и такая ему никогда, сроду никак пальцем не трогал. Никогда. Погрозить могу. И знаете, как могу? Около него тапком вот так вот. Или бегать за ним. И, естественно, я могу попасть по нему. Но я не попадаю по нему. Ну, но гоняю его тапком. Понимаете, как? Да, Барсюш? Сидит и шерсть свою вот эту вот. Прическу наводишь на лапах на своих, да? Это мое солнце ясное.
Кто сегодня цветочек свалил? Кто? Кто цветочек свалил? Кто? А я и сделал. Ох ты, накажу тебя. Ну и, короче, в итоге он от меня бегал. Я тут подметала. Зару на него. Похожу ему. И он на кровать запрыгивает, ложится. И вы знаете, вот так... Представляете, типа, ну, свалил я твой цветок. Ну, что ж ты мне не хочешь отдавать-то подоконник? Это вообще, я не могу, как у меня сердце сжалось. Говорю, ну, что ж ты орешь на него? Ну, да, ну, быстрее его целовать, нацеловывать. А он мне завтра опять все цветы свалят. Ругала его, ругала сегодня. Цветок тоже жалко. Ну, он же тебя не трогает. Я говорю, он же тоже живой. Ну, что ж ты, говорю, творишь-то? Ну, а ему тоже хочется вот на окошке, видать, посмотреть в окошко. Летом-то он на балкон, у него все открыто. Застеклен он балкон, он не выпрыгнет, не упадет. Я ставлю на эти, ну, как, поворот на эти. Он туда не лазит. На балконе у него лежак есть на балконе, там стол стоит старый, кухонный. Ну, вот он там на солнышке что-то греется. Там. Вот опять вылезал жишку, эту Хиллса я ему открыл. Думал, говорю, может, поест? Не, ничего не стало. Жишку вылезал. Да ну его, этого кота. Пускай сухой жрет. А слышите, хрустит? Слышно вам? Слышно? Хрустит. Ты мой хороший. И пошел. Непорядок, два пакета валяются. Брюки отдала подшиться вечера трико. И его сегодня уже поздно, ну, завтра заберу. А, кроссовки. Я же себе купила кроссовки. И хвастала. Сейчас покажу. Думаю, что ж ты не показала-то? Вот, не показала, что. Взяла кроссовки себе. Такие на высокой подошве. Потому что у меня джинсы такие, прям трубы. Я померяю, я вам покажу. Вот такие. Нет, это не из разряда недорогих. 4800, ну 4900. Вот. Но они удобные, хорошие. Должны быть. Вот это какой-то тут вот прям синюшный чуть-чуть. Ну, короче. Тут прям пружинит пятка. Я такие взяла себе эти кроссовки, купила их. Это померила, вроде ничего, думаю, как-то палец упирается. 39-й, все дела, как положено. Я 39-й, у меня 39-й нога. Вот. Ну и как бы это, думаю, фигня какая-то. Думаю, ну ладно, дома попробую. Думаю, наверное, носок толстоват. Потоньше носок, все. Вот тут скачила болячка. Вот это вот, знаете, такая назревает, когда... Ой, это больно. О, простуда. Ну и все. И такая дома, и все. У меня вот тут как все сковало, палец так больно. Залезай туда к ним на Валберес. Знаете, вот так переверну. Вот залезай туда к ним на Валберес, короче, это... Смотрю, а у них 39, а внизу в скобочках на 38. А нога вошла, ну прям впритык. Ну, конечно, впритык. Смотрю, 40 на 39. Вчера пошла, отдала. Вот. Буду модничать, огородничать. Люблю очень. Я хотела себе Баффало. Все, нету. Баффало, я не... Баффало, как-то правильно, если я не знаю, как назвать. Очень они крутые, они кожа натуральная. Это КЗ. Ну, как бы не будут стоить 5000 из натуральной кожи. Вот. Те кожа натуральная, те, конечно, офигенные. Слушайте, а отстрочка кожаная. Такая. Похож на кожу очень.
Может, я сослепу не вижу. Классно, какая-то кожа, не кожа это. Ну и ладно. Вот. К чему я? Они кожаные, они все дела. Они, конечно, крутые. А их нету. Все. Вообще их нереально найти. Я не знаю. Ну, видать, санкции ввели и все. И перестали их. И теперь только можно купить бэушные, ношеные, ну, понимаете, да, с Авито, с рук. И там цены такие на них, капец. Там убитые кроссовки, вот эти Buffalo, 7 тысяч, 7-8 тысяч. Новые, не знаю, может быть, можно пошерстить интернет, конечно, может быть, еще в каких-то магазинах осталось, но у них цены-то там за двадцатку. Так-то они стоили 13-10, можно было взять. Вот, в свое время. А это... Вот прыщ. Вот он прыщ тоже на голове. Представляете? Простудными какими-то. Ну, простудными этими. Выскакивает все. Вот. Ну, короче, такие дела. Прям подумал, что-то тоже так больненько. Вот он. Носу тут. Все. Такие пироги. Сегодня смотрела кино. Рекомендую вам, друзья мои, всем посмотреть. Не играет Верико Анджипаридзе. Это старый фильм. Вообще актриса выдающаяся, Верико Анджипаридзе. Вот, она играла в Малом театре в Москве. Сейчас я вам скажу фильм, как называется. Ёлки зеленые, девки милые, сейчас. Пойду от него уже не телефон и скажу, как называется. Так, сейчас скажу. Фильм 1957 года. «Отарова жена» называется. «Отарова вдова». А я жена. Ну вот куда смотрю, что говорю. «Отарова вдова». Можете его посмотреть на Ютубе. «Отарова вдова». Посмотрите. Ой. Обрадаешься в конце. Как люди играют. Как-то, как она сыграла эту роль. Это что-то. Это что-то. Это вот прям... Вот в ней, наверное, я прям даже себя чуть-чуть увидела. Где она делает добро, но она ругает этого человека там. Она нищему дает подаяние, но она его, чтоб тебе сгинуть, чтоб тебе пропасть. Но она его жалеет. Она настолько... Посмотрите, обязательно посмотрите этот фильм. Прошу вас, посмотрите. Да, 1957 года. Этот фильм «Отарова вдова». Посмотрите. Офигенный фильм. Рекомендую. Вот просто я сама смотрю. Я люблю такие фильмы смотреть. Тех старых времен. Как те актрисы играли. И как люди, они не играли. Они не играли. Они проживали эту роль. У нас сейчас таких нет актеров. Нет. Да. Фаина Раневская тоже вот прям. С ней есть спектакль. Сейчас я скажу, как называется. Тоже сейчас забыла. Сейчас скажу. Дальше тишина. Посмотрите этот, посмотрите обязательно. 1978 года. Так, вот посмотрите этот спектакль. Это тоже, это нечто. Это нечто. Дальше тишина. Тоже я, ну прям, я не знаю, там тоже обрыдаешься. С Фаиной Раневской. Дальше тишина с Фаиной Раневской. Посмотрите обязательно. Ну-ка, она.
Да, с ней. Да, посмотрите. Вот, Отарова вдова, и дальше тишина. И вот напишите мне, пожалуйста, вот напишите, пожалуйста, мне ваше мнение вообще. Права я или не права? Вот стоит такие фильмы смотреть или нет? Или нашу всякую лабуду смотреть? Или с постановки вот эти спектакли, которые они... О, бог мой, это вообще что-то. Смотрите. Все, мои хорошие, давайте буду закругляться. 24 минуты. Я думала, я не наговорю на 5 минут, а тут вон 24 минуты. Все. Всех люблю, всех целую. Мира, счастья, добра. Обязательно посмотрите. Еще раз говорю. Отарова вдова с Верико Анджипаридзе. Вот. И дальше «Тишина» с Фаиной Раневской. Это спектакль-постановка. Но он очень интересно сделан. Очень. Да. Все. Пока-пока, мои хорошие. Будьте счастливы, будьте здоровы.